Добрейшего вам, мои дорогие! Вы находитесь на канале Маму Людмила. Я рада приветствовать вас. И сегодня, пока я вяжу свою волхатку, свой новый проект, я хочу вам рассказать, как я вяжу шишечки. И, конечно же, объясню, почему афуняшки. Потому что не просто шишечки, а именно афуняшки. И если это видео вам полезно, не забывайте ставить лайк. Афуняшки. Почему афуняшки? Афуна на иврите – это горох. Горох – горошина. То есть они у меня связаны таким образом, видите, плотненькие вот такие. Они сидят на месте хорошо. То есть не двигаются на тонкой ножке, как бородавочка, знаете, так. А вот именно так вот, как горошина, сидят на месте. Мне это очень нравится. Конечно, их можно потом припарить. Видите, вот здесь вот она припаренная. И тоже сидит очень хорошо, объемно. И мне это нравится. То есть для своих объемов я припарю. Можно их оставить вот так вот совсем кругленькими. Они, конечно, могут быть меньше, могут больше, то есть таким способом их можно связать любого размера. Я вязала на 7 петель. Как я их вяжу, я вам сейчас покажу. Афуняшки. Так, афуняшки. Почему афуняшки? Мне очень важно было, чтобы они были вот такие вот, держались, кругленькие, ровненькие, красивые, плотненькие. Вот это та петля, в которой я буду делать афуняшку. Я делаю ее из 7 петель. Я вытаскиваю 7 петель не из вот этой петли, а из под нее, вот отсюда. Вытаскиваю 7 петель. Раз, накид, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Набрала 7 петель. Петля вот эта остается в стороне. Разворачиваюсь. Вот эта спица мне пока не нужна, чтобы она вам не мешала, я ее уберу. Теперь я провязываю, я с изнаночной стороны, значит, я все эти 7 петель, я их провязываю изнаночными, включая первую. То есть, раз, два, три, четыре, пять. Главное смотреть, чтобы петли не перекрутились. Шесть. Подождите, надо посчитать. Раз, два, три, четыре, пять. Перепугалась. Шесть. Семь. То есть и первую, и последнюю провязываю изнаночной. Опять разворачиваюсь. Теперь я их уже провязываю лицевыми крючком, включая первую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Провязала. Вот эта петля все еще здесь. Теперь я протягиваю через эти 7 петель. Я вот так вот протягиваю петлю. 7. Выравниваю вот так афуняшку. И теперь провязываю вот эту петлю вместе с этой. И сейчас я одену ее на вот эту спицу, потому что она уже провязана. И вот видите, как она ложится вот так вот плотненько. Прям вот горошина, но очень плотная, видите? Плотная, кругленькая и не двигается. Вот видите, какие они получаются, вот такие красивенькие все. Очень плотненькие такие, плотненькие, сидят вот так красиво. Афуняшки, одним словом.